деньги. Слушай, дорогая, ну а как, если мне переночевать не получится, у вас день рождения, да? Тут остается, да? Ну понятно. Надо было мне вчера позвонить, спросить. Ну ладно, что, буду думать. Ладно. Ну я еще не звонила, я это, в Москву просто приехала, думала с тобой встретиться, пообщаться и это заодно. Да откуда я знаю? Экспромт. Ну я понимаю, понимаю. Ну вот и я уезжаю на этой неделе. Выходные. Я приехала здесь дела поделать, там повстречаться, кому-то что-то отдать и так далее. Ну, в пятницу, ну, домой надо собираться. Вот. Ну, я просто никому еще не звонила, я помнила о тебе. Ну, найду я, конечно, у кого чего. Вот. Ну, че ж все. Ну, естественно, я понимаю тебя. Потому что это день рождения, естественно. Ну, может, как-то, не знаю. Завтра не знаю, какие у меня судьба, где будет. Посмотрим. Ну, ничего страшного, что? Ага. Да, была у него. У него-то была, да, общались, да. Ну, много очень общения было. Да. Да, ну понятно.